My boss is so mean. He won't let me go on Facebook. Shut up! Blah, 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 blah. Shut up! Ебать тебя в рот, редактор! Напомни, какого хуя ты тут работаешь? Вы меня наняли, типа, фот редактировать. Твоя работа делать и страхоебич, красавец, правильно? Да. У красивых баб, черт тебя дери, огромные сиськи! Теперь сделай их гигантскими, как башка, отдрать меня в жопу Шакила Анила! Работай, бля! И бить тебя Сатурном, редактор! Кто-то может уебаться об эти коробки! Простите, я сейчас передвину. Я плачу тебе хуеву тонну денег, и эта уродливая сука все, что я получаю? Но она вроде... Нет! Я показал это боссу, и он уволит твою задницу нахер! И бить тебя, редактор! Черт тебя бери, редактор! Твой маленький братишка это нарисовал? Да. Неплохо. Редактор! 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 Еблище этой тёлки недостаточно красиво! А мне кажется, она вроде очень даже... Посмотри на эту, блядь, шею! Сделай ее длиннее! Ладно, босс, сейчас сделаю! Ебучий случай, редактор! Я не говорил тебе делать из нее жирафа! А, вообще-то ты сделал стажёр. Сейчас этот пидорас у меня получит! Что за хуйня, предатор? Перевод сделал Сергей Литвинов, озвучили Виски и Пеликан. Не забудь вступить в нашу группу ВКонтакте vk.com/club221-223-19. Ага.